Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании OLED, серия X, на цоколе H4, температура свечения 5000 кельвинов. Данный комплект ламп предназначен сугубо для линз, поставляется в фирменной упаковке. Внутри у нас находится инструкция и две светодиодные лампы. Лампы мощностью 35 Вт. Провод подключения идет вот такого вот плана. На проводе подключения драйвер находится и разъем для подключения. Сама лампа. Лампа H4 цоколя — это дальний ближний водной лампы, как мы все знаем. Полностью также металлическая. Система охлаждения есть пассивная, это радиатор, и активная, встроенный кулер. Светодиоды Cree XHP50 в данных лампах установлены. Мощность светового потока заявлена 5000 люмен. Вот сейчас мы проверим, подключим питание 12 вольт. Здесь сугубо 12 вольт подключается. И посмотрим, насколько ярко будет отсвечивать лампа. Подключаем питание 12 вольт. Вот так вот отсвечивает дальний и ближний свет. Цветовой поток чисто белый выдает данная лампа. Мощность, напомню, 5000 люмен. Светит очень и очень ярко, как мы видим. Заявлена температура свечения 5000 кельвинов. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.